Всем привет, всем привет, с вами Шим-магазин. Да, сегодня. Сегодня поиграем в игру Hell Let Loose. Это игра про Вторую мировую войну. И она еще в бетке находится. Но у нас есть с вами возможность сегодня поиграть в нее, посмотреть что да как. Как я понял, этой серии мы с вами играли World War Z, помните? Это там была типа Третья мировая, да, а это как бы считается уже, это считается про Вторую мировую. Посмотрим по скринам, что я видел по трейлеру, в принципе, нормально выглядит, как-то реализовано. Сейчас посмотрим, какие тут есть юниты. Как я понял, там есть снайперы, есть ближнего боя, есть аптекарь и так далее. Тут, ну, только США и Америка, понятно, да, что подожди, есть значит армор. New Megatron Commander when recruited a new armor unit. Then you can change your role. New Megatron Officer when recruited a new unit. Then you can change your role. А, ну то есть офицер, а это командир танкового подразделения. Давайте поиграем за офицера, посмотрим, что и как. Not much enemies at the moment. One, two snipers, a few infantry. That's it. Okay. Так, take defensive positions. Подождите. Other squadrons will join and we will make an attack move. А как сделать voice? Да, можно тебя и вот так сделать, да? Отлично. То есть, да, мы. Это то же самое, как World War Z, мы выбираем точку, и вообще игра идет до точки. Правильно я понимаю? До захвата точек. А как двигаться тут? Как это? Что? Что здесь? Мы можем подбирать какие-то ящики, да? Что это такое? 50 какого-то говна. Ну, видимо, пока не можем. То есть туда мы бежим, захватываем точку последнюю, да? Слушай, ну сделано, в принципе. Пока нормально, то есть. Ну, пока мы не встречали врагов, пока мы не встречали вообще никого. Кто стреляет? По кому стреляем, если все здесь? 50 на 50 же здесь тут играет, а почему они не могут? Слушай, ну сделано достаточно реалистично. Про графони я не буду ничего говорить. Графони как графони, в принципе, наверное, не знаю. Да, сделано как World War Z, где 5 точек и... и где... А я сказал, что это канал Шмаги, мы вы у Шмаги или нет? Но это не важно. И как World War Z, 5 точек, и нужно захватить, короче, по очереди захватывать точки. Вот. Но у нас с тобой вот такое вот оружие без прицелов, без ничего, как он стреляет. А, по 6 патронов всего? Ничего себе, что так мало? Почему так мало? Здесь наблюдательный пункт какой-то, да, есть? Или что это? Приседания нету? А, есть ложиться, ложиться. Можем на Z. Приседания нету, понял, так. А как? Не понимаю, ну ладно, так. Work in progress. Пока ничего не понимаю вообще, что происходит. Так, точку внизу есть. Координаты, точку. А что у меня еще есть? Есть граната, есть дымовая граната, есть бинты. Есть часы еще зачем-то, есть семерка, есть бинокль. Блин, они вот где-то справа где-то близко стреляют, где? Не вижу. А, вон вижу. Или это наши? Да, по идее это наши. Ну, судя по карте. А он не показывает, что типа вдалеке про наших, да? Может настройка как-то надо это поменять? А, прыжок есть, смотри, да. Я думал, прыжка нет, есть прыжок. А почему приседания тогда нет? Ну, наверное, добавят там когда, да? Когда уже будет к выходу готовиться игра. Реалистичненько. И кто откуда, я хз. Видимо, они за забором не просто так сидели, да? Ну, опять, да, вы умерли. Вы вернетесь в игру. Вы вернетесь в игру. Так, а мне за командиром никак нельзя там выцепиться, как в этом World War? Outpost spawn. Блин, далеко бежать или что? Или типа мне опять туда? Вот сюда нельзя, сюда можно?
А это за... А нету лидера команды, который бы, да? Да, нет. Ну ладно, давай сюда. А как сделать... Как себя сделать снайпером, интересно? Очень много всяких... Очень всяких много этих обозначений, но что они... Нашу вот четвертую точку пытаются захватить. Вот эту. Ну там очень много народу нашего. А эту мы уже тоже захватывали. А телепорт... Ну телепорт мы, наверное, нельзя. 500 метров, ну, не, сделано реалистично, смотри, то есть мы, как бы, да? А давай посмотрим, как гранату кидать. А, вот так просто тупо. Две гранаты, я смог кинул вроде, да? Или нет? Ну, вот такой смог, да, мы как кидаем. А патроны-то как считаются? Почему 6 было написано? Или это 6 рожков у меня, типа? 6 рожков, наверное, да? Да. 6 рожков и все, понял. А тут есть какая-нибудь, типа, другое оружие выбрать или как бы там... Не, смотри, как долго мы... Да, то есть... прям очень реалистично сделано. Но пока я даже не понял, откуда меня пульнули, как и почему. Видимо, у перса там сколько хп? Не, если есть бинт, значит, у него есть варианты. Почему эту точку-то захватывали? Тихо. Отдышка пошла. То есть выносливость типа есть, по идее, да? Или как? По идее, если тут со снайпой все в порядке, то, в принципе, можно всех отстреливать со снайпой. Вот, это кто? А он типа тупо спялится. А как пяли? Подожди, семерка. Пялимся. И что мы можем делать? Плейс... А, в смысле? Что за лов? Лов? Что за лав там такая? Можно, короче, с помощью... Я могу что-то подбирать с него? Нет, ничего не могу подбирать с него. И пекаль еще есть. Ну, пекаль, да, такое себе. 4 рожка. То, да, тут не по патронам, то есть, а по рожкам. То есть, скорее всего, нету такого, как в играх, знаете, где... Типа 60 патронов, ты 20 стрелял, рожок перезарядил, у тебя 58. Ну, то есть, если рожок... The final sect has nearly been captured. Мы выиграли, типа, да? Или что? Или нет? А я... не понимаю ничего. Видимо, они отвоевали или не отвоевали? Или мы отвоевали или не отвоевали? Что происходит? Где? А, я внутри сектора вот этого, да? Все. Очень странная игра, но ладно. Это счет, типа, да? Или что это такое? А, да, я команда лов. Лава, ляда. 4-1, 57 секунд. А, вот до конца матча осталось вот столько времени. Они еще могут родиться или нет? Или не могут? Блин, вот главный вопрос у меня такой, что... А можно пушку, там, снайперку взять? Я бы со снайпером бы очень хорошо побегал. Как они понимают, откуда они появляются? Я вообще ничего не понимаю. Или они своих типа убивают? Меняем карту или не меняем карту? Я нажимаю нет, например. Я, например. Но вот, видимо, все 100 человек должны нажать что-нибудь. Американцы типа выиграли. А, тут еще можно захватывать типа ящики, бенз. А что за люди? Да, типа... Взять в плен или как? Не понимаю. Через 30 секунд новый матч. Давайте новый матч начнем, чтобы точно понимать, что вообще происходит в этой игре. Потому что пока я вообще ничего не понимаю. Например, если мы сравним это с World War Z, то там было все понятно. Там мы тупо брали и стреляли. Больше ничего мы не делали. Да, то есть все хотят в лесу, например, побегать. Хорошо.
А у меня... Что-то у меня загудел вентилятор на... Дайте-ка я проверю, подождите. Проверю температуру. Нет, вроде нормально с температурой. Так. Armor Raccoon. Я вот сюда хочу, можно? А, нет, Create Unit. Да. А Raccoon это кто? You will be met a spotter when creating a new Raccoon unit. As a spotter, you cannot change role. Spotter. Spotter это типа обозначальщик, видимо, да? А, это все закрыто. Да, давай сюда. Мы прыгаем сразу и вот сюда занимаем позицию. Position, да? Правильно я понимаю или неправильно? Да, правильно. Так, а как вылезти из этого говнища? Так, и мы тупо прямо бежим, да? Да, тупо прямо бежим. О, у меня новая пушка, смотри. А как пушки выбирать? А, или подожди, или я за немцев, что ли, начал играть? Что за бред? Я же вроде выбирал этих. А, или типа теперь мы за немцев, да? За кого я играю? Мы... Че ты стреляешь? Че ты бесишь меня? Зачем ты стреляешь? Никого нету, как кто-то может здесь оказаться, если они там, а там вот, а мы тут вот. Как это может быть? Стреляет он. А подожди, тут есть нож? А, нет, ножа нет. Так, все, хорошо. Здесь есть какие-то пленные, типа, да? Или кто это? Почему человечки нарисованы? Ты знаешь, почему человечки нарисованы или нет? Тут нужно найти какого-нибудь человечка, типа этого, связиста, да, или кого? Подлагивает немного. Или это типа перс устал. Или не устал, не знаю. Ну, графони, как тебе графони? Подскажи, нравится тебе графони или нет? Напиши. Тут какие-то есть люди, я не понимаю, что это значит. Что это значит? Закрытый сектор. Все почему-то бегут дальше, да? Видимо, потому что там... Там сейчас будет схватка, наверное. Надо сейчас в это глаза в прям в четыре глаза смотреть, короче, да? Потому что, ну, типа, так, тут какие-то оборонительные уже эти. Почему с самолета уже какие-то идут эти? Кто-то вызывает? Кто-то тут можно вызывать типа эти тоже, как тихо. А, фу, блин, показалось. Я думаю, чувак стоит. Так, и чё? Это точка, типа, мы точку занимаем или не занимаем? А, мы ее заняли, или не, я не понимаю реально. Сейчас просто ты тупо бежишь, как будто просто марафон. Типа марафон реально какой-то. Типа лучше точку типа... А нет, есть танки. Есть танки. А как в танк попасть? Вон empty, у него два свободных места типа, да? Не, я так подозреваю, мы за немцев, да, начали играть, потому что оружие другое, во-первых, да, это все-таки, это немецкое, конечно же, оружие, и вот это тоже немецкое оружие, да. И у нас, насколько я понимаю, а что с часами, подожди, это эти, а часы? И часы тоже немецкие, да, нормально. Что это я могу сделать? Can build here, outpost. Outpost я могу построить. А почему не могу? А вот могу. Аутпост, да, строим. А как построить? Как построить? Кто мне подскажет? Я могу построить? О! Дисментейл? Нет, подожди. А что я еще могу сделать? Билд? Ну, короче, я что-то построил, я не знаю, что я построил. Я что-то построил. Зачем это нужно, я пока не понимаю. Это, типа, мой командир, да, или нет? Зеленый, почему он зеленый? Или это он, типа, должен аутпост делать, или нет? Подожди. А еще что я могу построить? Аутпост еще один. Или Гаррисон, Тим. А почему не могу? Ладно, неважно. Короче, бежим. Так, слышь, хорош толкаться. Да, тут, видимо, и friendly fire есть, и можно толкаться, потому что... Ну да.
Я, кстати, не помню, был ли Friendly Fire в этом World War Z. По-моему, был, да? Или не был, не помню. Ну ладно. 8 рожков, кстати, у немцев. А у американцев, по-моему, было 6 или 7. По-моему, 6 или 7, неважно. Ну, вот такой вот графоний. А, я играю, по-моему, на максималках, насколько я понимаю. Скорее всего, игра в... нагнетает, ну, на карточку, поэтому и звуки такие жесткие начались. Ну, видимо, подрубились полностью. Вижу, тихо. Хорош. Да, смотри, тут нет никакой подсветки, то есть тут можно... Тут можно вообще так нормально. То есть реалистично все сделано. Нормас. Хорош. Вот, по-моему, нормально попал сейчас, нет? Но мне не написали, что я кого-то убил. Тут, видишь, даже тут не... Ну, да, это реально такая реалистичненькая. А я один, типа, на рубеже? На этом, да, остался, типа? Тихо. Тут нет такого... Тут нельзя, типа, знаешь, как в этих играх, типа, тупо в атаку или тупо не в атаку. Тут потому что, типа, с одного выстрела тебя убивают, типа, и все. А как они сели? Можно садиться, как садиться? Пацаны, на контрол, а я на С все жму. Я думал, типа, тут... Хорошо, будем на контроле ползать. Тут еще же очень тяжело перепутать с кем-то. Убил? Убил я его, да? Или нет? Зачем я так... Я зачем меняю рожки? Ты дурак? Не надо так менять рожки, то часто, в смысле. Не вижу пока никого. А, как я понял, лутаться здесь нельзя. То есть... Line has been captured, move up. А, типа, двигатель. Ёпта, откуда, где, кто? Не понял ни черта вообще. Да, то есть тут, видите, такая ситуация, что, ну, то есть непонятно ничего и как, и почему. Очень тяжело пока привыкнуть к игре. Очень пока тяжело привыкнуть к игре. Так, а я могу в танк влезть, например, не пока или как? Посмотри, видишь, он в танке, но он, типа, без никого. Типа, там никого нет. А почему закрыты точки? А сюда я не могу, типа, прыгнуть? Почему? Я только, типа, сюда могу, да? Блин, это не прикольно. Это, типа, опять бежать так долго? Ну вот говнище бесячее. Я могу разломать. Да, и построить еще одну, по идее. Или нет, подожди. Да. Давай разломаем. Ой. Давай разломаем и построим. Ну, чуть поближе туда, потому что я думаю, что все захотят. Многие захотят. Но мы ее построим, короче, где-нибудь вот здесь. Сбоку. Чтобы в точке в этой... Или нет, или лучше здесь сбоку, да? Короче, где-то сейчас сюда поближе. Вот да ёпте. Чтобы поближе немножко. You haven't placed a deploy point yet. Garrisons and output can help your team deploy close and fight quicker. Garrisons. Надо гаррисонсов еще построить, типа, да, и... Run... the ruin. А, я думал, run. Run, Вася, run. Run, Паша, run. Где Вася? Как там было? Не помню. Ну ладно. Надо как-то построить, чтобы было незаметно, правильно я понимаю? Чтобы с этой точки было удобно атаковать.
То есть это должно быть где-то в лесу, понятно, что в лесу, за пригорочком, чтобы не было видно издалека. Вот я где-то здесь, короче, зафигачу. Так. А, ноты... А, мне нужны еще, короче, мои чуваки, типа, чтобы рядом, чтобы я что-то построил. А, вот, типа, впереди он говорит, мои чуваки. Там, где? Хорошо. Я не понимаю. Меня убила граната, типа, да? Это вообще это очень сложный. Просто потому, что это непонятное говнище. А, там рядом враг, да? Enemy near. Да, там рядом вражина. Вражина тварь. А он как бы за спину зашел, да, походу? Вот гнида какая. Опа, тихо. Он сразу взял, меня попал, прикинь. Откуда он шмаляет? Тут видишь, тут нельзя ставить ни точки, ни шушочки, ни чертошки, шкиш. Я не вижу ни хрена. Я реально не понимаю вообще. Это кто запулил? Это кто-то запулил или никто не запулил? Кому не стреляете? Я вообще ничего не вижу. А? Просто жесть. Что они видят? Как они вот его увидели? Как это делается? Я же две гранаты кинул. А почему взорвалась одна? Не, это очень тяжелая игра в плане нахождения противника. Может быть, они юзают там какую-нибудь подсветку? Я, может, меню что-то не сделал, типа. Кто знает? Кто-нибудь знает? А что было-то? Как я умер? Я ничего не понял. Я, может, за карту, типа, уполз? Нельзя за карту? Я не знаю. Это реально какой-то, ну, бред. Ну, может быть, свои, типа, да, кнопнули. Надо в этом почитать. Вот куда они стреляют? Кто здесь?
Нет, за карту не могу ползти. А, они вот где-то... то есть они где-то тут, вот за этот хероборой, да? Как бы мне... А, это свой. Ой. А я думал, он там вообще далеко, прикинь. Да, это, короче, прям такая реалистичность, но... Как бы я не понимаю, как шутер, она как бы, не знаю... Ну не, я, если она пользуется, будет пользоваться успехом, напиши, как тебе, или не пиши, не знаю. Но просто она, короче, как бы тяжелая. В плане именно, ну, вот понимания, где какой чувак... Потому что ничего не подсвечивается, ничего. Какой он формы, ни хрен его знает. Это типа танк или кто? Кто это сейчас стреляет? Или граната? Стреляют туда налево. Не, укрытие есть, в принципе, в них можно что-то делать, да, но... Бессмысленное. А, это... А, я на враждебной территории, слышишь, прикинь? А я ее завоевываю, типа, да? Или нет? Им сейчас тоже написала к всем этим красным, что... А я захватываю, да? Правильно я понимаю? Я никого вообще не вижу. Я не понимаю, как играть мне это. Это уже не вражеская территория. Да? А где вражеская была территория? Или что? Или как? Вообще не понимаю, реально. Ничего не понял. Как уничтожить этот танк? Только с базуки, типа? С гранатомета, типа? А так его не, гранатами не убить? Чё за бред? Класс. Но вот она, собственно, и реалистичность. Реалистичность. Я так понял, только, типа, с, ну, если у тебя есть... Я не знаю, ну, типа, только, наверное, так, наверное. Может быть, и нет. Подожди, а я могу... Куда я могу? Куда могу? Давай, опять же, туда же. И туда же. Ну, с этого же фланга и побежим. Я просто не понимаю, как что тут делать, поэтому не знаю. Они все равно не... Да иди на... Кто? Кто меня убил? А можно как-то посмотреть? Нет, нельзя? Плохо. Да, я как бы... Я просто постоянно проигрываю. Постоянно проигрываю. Это напрягает, да? Это говорит, напрягает. Ну, конечно, напрягает. А как же не напрягать? Я просто выбегаю со своей точки и меня просто чпок. Опа! Это кто-то сильно стрелял. Я видел его патроны. Оттуда прилетал. Это типа снайпер был, да?
А где он? Я его не вижу. Как они играют? Я не понимаю, как люди играют. Блин, я просто типа, ну я вообще не вижу. То есть даже если кто-то, допустим, лежит, как его заметить? Это очень тяжело, это реально, это очень тяжелая игра. Это либо нужен этот, ну, я не знаю, снайпа нужна, либо, ну, как бы, хз, что делать. Потому что, ну, это как бы очень, ну, очень тяжелая игра, получается. Так, хорошо, давай еще раз. А подожди, а вот в этой точке-то я почему не могу? Потому что там никто ничего не построил, а для чего? Подожди, а как туда уйти направо? Направо это туда? Или туда? А, это вот туда. Все, уходим отсюда. Попробую там что-нибудь построить, если меня не убьют за это время, да? Не, тут наших, в принципе, много. А что они вот эти чуваки делают, которые здесь вот в центре? Что они там делают? Они что? Они командный пункт и... По команду? А, я могу вот этой темой управлять? Или не могу? Могу или не могу? Могу. Я могу за... F2. А что мне надо делать-то? А как это? А вверх-вниз нельзя только вот так? Жесть. Просто прикиньте, вот так вот. А, я перезарядил же ведь. Я стрельнул или нет? Лоудит, ну. Типа, что надо делать? Такие вот дела. Я не знаю, по кому я там стрелял. Это типа нужно только вдвоем, типа, можно делать, да? Я так подозреваю. Типа садиться на этот на пукан. Не, ну, в смысле, не на пукан. Ну, ты понял, короче, забей. Так, подожди, мне знаешь, что нужно? Шестерка нужна. И Гаррисон построить. Дерево быстрее. Да пошел ты на. Ну, вот такая вот игра, которая непонятно откуда, как тебя убивают, и все играют, почему-то всем нравится. А хотя, может, и не всем. Не знаю. Я просто пока пытаюсь Может, и все остальные тоже, типа, втыкают. Ну, я, ну, видишь, они там как бы не втыкают, они понимают, что делать надо, что, как там. И почему. Я не знаю, будем ли мы заканчивать. А, так полтора часа. То есть это где-то примерно 2 часа идет один матч. Не, я как бы Слышь, а где ты поймал, взял эту снайпу, падла, тварь? Я как бы за реалистичность, но как бы, ну, не настолько же. Подожди, вот он мой этот. Я могу рядом с ним построить, правильно? Ну, тут 50 надо? В смысле 50? Да ладно. 50 упырей, чтобы просто... Хорошо, ладно. Подожди, я здесь уже, да? А как? Ну ладно. 1,5 часа один матч. Не, ребят, я как бы все понимаю, я, ну... Но это очень тяжело. Ну нет, 1,5 часа мы точно с вами играть не будем. Это такой маленький обзорчик просто на эту игру. И... Видишь, слева еще что-то пишут, но я не вкуриваю. Я вообще ничего не вкуриваю в этой игре, поэтому не обессудьте. Тут как бы, видишь, нельзя, сломя голову, типа, атаковать. Как я вот делаю, это типа неправильно вообще. Но...
Я не могу это лежать. Это очень... Это очень... Чего? Enemy... А я на... Я понял. Я на территории enemy. Кто-то едет, да? Слышь, а как вот его уничтожить? Подожди. Что про... Что? Едино. Я не знаю, что надо. Что надо сделать, чтобы уничтожить танк. А в фильмах там, знаешь, типа, он этот... спасти рядового Райана, он не... Откуда? Да, ёпта мать. А, это граната или это танк? В «Спасти рядового Райана», помните, он пистолетом хотел попасть в танк, в маленькую такую дырочку с пистолета. Но, как бы, ну, да. А тут, как бы, вот. А тут, как бы, вот. Я не знаю, как уничтожить. Я вообще ничего не понимаю. Я не понял ничего в этой игре. За сколько мы играем? Я не знаю. Наверное, мы играем минут 40 уже, наверное. И просто не понимаю, что... Как что тут делать. Вообще, хоть даже... Хоть примерно. Вообще не понимаю. А подожди, я же пометил точку, где мы можем... Точнее, не мы не можем, а нам нужно уничтожить. Пойдем в танк. Вон, смотри, танк есть. Можно впрыгнуть в танк? Погодь, стой. Ай! Да как? Ну, сука, бесишь. Как в тебя прыгнуть? Стой. О! Нет, стой. Да запарил ты, кашляй, не кашляй. Как в тебя впрыгнуть, братан? Подожди. Как в тебя впрыгнуть-то, ёп? Да ёп. В тебя нельзя прыгнуть, типа? Или чё? Да иди на. Нельзя так нельзя, всё. Мне это не интересно, иди-ка сюда. А здесь показывается, где... Это он, типа, руководит пушкой, да? Блин, жалко, на танке нельзя поедет, или я? А где здесь? Я же показывал вот эту херобору-то. Где она? А я где? Я здесь, она там. Она, типа, правее еще или нет? Да и, блин, слезь ты с этого говна. Почему ты не показываешь точку-то, алло? И здесь у меня не пока... Он мне не показывает точку. Алло, ты че? А он вообще снял. Он снял мне... Иди на. Я вах. У, вах. Вах-вах. Там был танк вообще. Я его отмечал. Почему? Зачем? А как нельзя, типа, снять точку? Подожди. Верни точку, ты, говно. Где там был завалившийся танк? Там у дома кто-то есть. Да, прикольно. Что у нас изи? Изи у нас изи. Я шмыга, комбат 8, атак 30, 180 дефенса. Я что-то еще здесь сделал, я на первом месте. Как? Я без понятия. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем пока. Но это я не знаю, что надо делать. Мы проигрываем, да и пофиг вообще. Или выигрываем, не знаю, полтора часа до конца матча. Ну, ребят, ну это не серьезно. Все, всем счастливо, всем пока.